На сегодняшний день в Акибастузе проживает два ветерана Великой Отечественной войны. Каждому из них оказывается особое внимание. В день пожилого человека поздравил участников войны аким города Ардак Кантарбаев. В этот замечательный день разрешите поздравить вас и пожелать вам долгих лет жизни. Отрадно, что нам всегда есть у кого спросить совет и выслушать наставления. Считаю нашим долгом незамедлительно откликаться на все ваши просьбы. Еще раз с праздником. Зейнулла Сулеев в действующую армию был призван в 1942 году, служил в 1-м отдельном мотострелковом полку. С августа 45-го участвовал в Японской войне, был снайпером. Демобилизовался в конце апреля 1948 года. Теплые слова поздравлений в этот день услышала и Октябрина Борисова. С праздником вас! Здравствуйте! Всем пожилых людей! Спасибо! Спасибо! Вот вам! Спасибо! Розы. Счастья с подарками к вам. Октябрина Илларионовна участвовала в самом крупном танковом сражении в истории на Курской дуге. В 1943 году была направлена во Владивосток на Тихоокеанский флот 138-й артиллерийской дивизии. И праправнуки даже. Есть, праправнуки есть. Ну, молодцы. Есть, это все есть. У меня. И хорошие люди. Да. И слава Богу, что выросли дети хорошие, внуки хорошие. И слава Богу, что я попала в хорошую компанию.